экстренные новости. Сегодня ночью в полицейском участке Лос-Сантоса произошел конфликт между полицией и некими последователями Пикси. Их требование отпустить Пикси не было выполнено, и они осуществили захват полицейского участка с последующим освобождением своего главаря. Комментарий с места событий даст шериф Лос-Сантоса. Идите нахуй. Сам иди нахуй. У нас возникли технические неполадки, но мы вернемся в эфир, как только... Мне похуй. Почему? Да потому что не понимаю, что происходит вообще нахуй. Рыбная шаурма делается не из рыбы, а из вагин женских, из пёст вареников. А ты даже не знал, потому что тебе похуй. Ты просто делаешь то, что тебе скажут. Смотри, тебе скоро позвонит коп, сообщит, что Пикси сбежал, и ты тут же побежишь делать то, что он скажет. Где это уебище? Свинья, блядь. Про Пикси хочешь знать? Давай нахуй. Он похищал женщин, проституток в основном. Вырезал у них вагины и делал поставки на рыбную ферму. Так вот, пизда Лена тоже пошла на шаурму. Извини. Все, пошел нахуй. Погоди. Сначала я хочу тебе кое-что показать. А потом ебанешь меня и все. Че? Пошли. Поехали на заброшенную ферму. Расскажи, ты, наверное, думаешь, я спятил? Или что я, наверное, под веществами? Пошел нахуй, слышишь? Пидор ебаный, мудак ебаный. Ты знаешь что-то еще, кроме пошел нахуй? Я более адекватный, чем ты. Я тебя не оскорбляю. Ты меня специально триггеришь, нет? Это здесь. Я вчера был у священника, исповедался, рассказал ему все. Он посоветовал мне исповедаться тебе и извиниться за все. Я согрешил, я сотворил себе кумира. Но Господь начертил мне путь, где я очистился и снова стал нормальным человеком. Стал великим предводителем и повел армию против сил зла, против дьявола. У Господа есть планы на меня, а значит, я бессмертен. Ебни меня, и ты сам убедишься. Чё за хуйня? Чё за наебало? Убей меня, или хуже будет. Это не просьба. Если ты этого не сделаешь, я захуярю всех твоих друзей и тебя тоже. Поверь мне. Если меня действительно наебали, то смысла жить точно нету.
Я же говорил тебе. Это все правда. Судья выписал ордер на взлом двери в цыганском районе. Мы готовим новый штурм. А, сейчас по катушке будут ебать. Приходи, нам понадобится любая помощь.